Нет, Казани, а доктор Лена Березовская. Энный раз меня спрашивают, что делать, если при беременности болят зубы. И в энный раз я отвечаю, лечить эти зубы, идти к стоматологу и лечить. Дело в том, что лечение зубов при беременности не противопоказано, а желательно. Во-первых, рентген зуба при беременности на любом сроке не противопоказан. Во-вторых, существуют разные виды обезболивания, и нужно как раз избегать тех врачей, которые предлагают общий наркоз, потому что есть очень хорошие проводниковые обезболивания, есть хорошие медикаменты. Ну и в-третьих, конечно же, это врачу-стоматологу решать, какой объем лечения должен быть у беременной женщины. Еще раз говорю, что лечение при беременности зубов не противопоказано. Это не приведет к ухудшению состояния зубов будущего ребенка. Так что верить в предрассудки, мифы тоже не нужно. Будьте здоровы!